про Кличко. Для меня было, честно говоря, неожиданно то, что его выбрали мэром, потому что я исходил с того, знаете, в свое время там Алла Пугачева говорила, что она будет баллотироваться. Что одно дело народная любовь, уважение, а другое дело выбор политика. То есть для вас не было удивительным фактом, что за него проголосовали именно как за мэра, за действующую политическую фигуру? Давайте будем объективны. Во-первых, как не буду рассуждать, насколько политическая фигура, как фигура известная. Виталий для своей страны является, ну, практически национальным героем. Он принес ей немало поясов. И, в общем-то, и достижения его брата, это все их общие такие достижения, и также и воспринимаются. Поэтому вот этот политический ресурс, багаж, он активно использовал. Но в этом есть большое но. В основном, все-таки, мне кажется, что мэрство в Киеве – это некая политическая плата за его участие в событиях на Майдане. Это понятно, но все равно ведь вы говорите известная фигура. Возьмем, сколько на Украине, допустим, очень известных, не знаю, рок-музыкантов. У них есть шанс у кого-нибудь из них стать действующей такой вот персоной истеблишмента, в политику пойти? Нет, наверное, может быть, и нет. Но, по крайней мере, в области... В экономической области, в бизнесовой такой области, я бы так сказал, старший Кличко разбирается нормально. Дело в том, что построение вот этой боксерской империи К2, это, в принципе, дело его рук, старшего брата. Но это, конечно, извините, не исполнительная власть, это не ЖКХ, это совершенно из другого формата. И вот здесь как раз... играет его определенная известность, определенная поддержка высшего, нынешнего высшего истеблишмента политического. Понимание того, что высший руководящий пост в столице должен занимать свой человек, а это был консенсус, ну, точнее, соглашение между Порошенко и Кличко. Это однозначно. И нельзя забывать, что... ну, если уже совсем глубоко, по моему мнению, копать, то в Украине столкнулись интересы европейские в лице, скорее всего, больше Германии, да, и американские. И получается, что вот этот, ну, пускай неравномерный, неравный баланс, он и осуществляется. Порошенко и Кличко. Да. Кличко представляет такую проевропейскую партию во всей этой истории. Потому когда возникла партия «Удар», и насколько быстро она набрала обороты, я прекрасно понимаю, что лишь даже на те немалые деньги, которые братья, не суть важно, хотя я не думаю, что на это они личные деньги там как-то вытратили, это значительно больший ресурс, огромный, и просто держать его в своих руках, быть единоличным спонсором всего этого процесса, ну, у него просто не получилось. Все-таки это совершенно другой порядок сумм, которые были наверняка затрачены на вот этот политический процесс становления партии, выборов и прочее, прочее. Это та беседа, когда мне не хотелось прерывать разговор. То есть я не посматривал на часы, я был готов продолжать еще столько же. И это ценно. Это были новые вопросы, которые мне не задавали. И мне поэтому было на них интересно отвечать.